Всем привет! Я нахожусь в Тель-Авиве на проекте Раканати. Это три жилых здания. И сегодня пришло время на те дверные лутки, которые мы устанавливали для складов. Сегодня мы устанавливаем на них двери. Проект такой средней готовности. Нужно уже начинать закрывать комнаты, поэтому именно там, где мы ставим двери, уже все красиво. Вот. Разнесли двери. Сейчас будем их устанавливать. Вот такое помещение. В итоге будет все красиво. Вот так эти двери выглядят установлены. Все красиво закрывается, еще в клеенке, потому что работы еще будут вестись. И только лишь в конце проекта снимем все клеенки, и все будет идеально красиво. Вот такая красота.